В Москве в возрасте 50 лет скончался популярный российский актер Дмитрий Сапронов, известный по сериалам «Карпов», «Кухня» и «След». Смерть Дмитрия произошла за месяц до его дня рождения и стала огромной неожиданностью для его близких, поклонников и коллег. По словам друзей актера, он умер во сне. Однако, что именно стало причиной смерти, пока неизвестно. Один из близких друзей предположил, что виной стал сердечный приступ. Актер сильно переживал из-за событий в Украине. Иногда он пытался глушить стресс алкоголем. Дмитрий Сапронов родился в 1972 году и решил посвятить себя актерской деятельности. Поэтому он поступил в Санкт-Петербургский университет культуры и искусства, где получил профильное образование. А активный этап его карьеры начался после 2010 года. Всего актер был задействован в нескольких десятках проектов, среди которых сериалы «Кухня», «Карпов», «След», «Истребители», «Московская борзая». Каждый проект приносил ему успех и славу, благодаря его удивительному таланту, с которым он справлялся с любой ролью на отлично. Где и когда состоится прощание с актером, пока неизвестно.